Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. «Магия лунного света», 1928 год. Выдающийся иллюзионист по просьбе своего друга и коллеги приезжает на Лазурный берег разоблачить молодую привлекательную шарлатанку, якобы умеющую вызывать духов умерших. Она очаровала богатого наследника и его мать-вдову, а это не устраивает других членов семьи. Дориан Грей, 2009 года. Молодой и невероятно красивый Дориан Грей приезжает в Лондон и попадает под влияние искателя приключений лорда Уоттона. Он внушил юноше, что секрет успеха и счастья Дориана в его красоте, ведь она поможет получить все удовольствия мира. Дориан заключает сделку с дьяволом. Юноша заказывает свой портрет, и теперь вся грязь его жизни, полное распутства и преступных страстей, будет пачкать и портить полотно. Его же собственное лицо останется вечно юным и прекрасным. Проскитавшись по свету в поисках наслаждений 25 лет, Дориан возвращается на родину. Захваченный врасплох сильными чувствами, он впервые понял ценность взаимной любви. Но на пути к счастью железной преградой встало темное и загадочное прошлое Дориана. «Привет семье», 2005 года. Семья Стоунов отличается редкостным единением и взаимопониманием. И когда любимый сынок Эверетт Стоун приводит в дом невесту Мередит, эксцентричная семейка решает вынести молодым свое решительное несогласие с намечающимся положением вещей. «Знакомство с родителями», 2000 года. Обладатель замечательной фамилии, санитар Грег Трахер, отправляется за город, чтобы познакомиться с родителями своей девушки Пэм. Здесь Грег собирается торжественно просить руки возлюбленной. Но, к несчастью, Грег парень невезучий, и любые благие начинания в его исполнении превращаются в сущий кошмар. Несчастный Трахер и в самом страшном сне не предполагал, какие его ждут испытания. Дело в том, что отец Пэм, Джек Бернс, отставной сотрудник ЦРУ, устраивает приятелям дочери свою особую и жесткую проверку. Эта проверка включает в себя даже специальный тест на детекторе лжи. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!